Азамат Молдокулов участвовал еще во втором сезоне проекта, в котором остановился в шаге от полуфинала. В этом сезоне в первом туре он исполнил красивую греческую песню и получил 4 да от жюри. Во втором туре он попал в дуэт с Азатом Турдубекулу, с которым исполнил лиричную песню Филиппа Киркорова «Снег». Судьи выбрали Азамата, и сегодня он представит песню «Байла Морена». Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыздар? Жакшы, аскер кандайсың? Жакшы, жакшы. Булар, ордунда. Буга чейинки жигит аман сонун болсо, сен Азамат эң сонун болуп чыктың го? Манайыңыздар кандай, жакшыбы? Сонун, сонун, жаркырай ишин. Менде өлү ырдагым келип атат, аябай шашып. Анда эмесе ийгиликтер сизге. Рахмат. Нас мена масты сте кетеви Эрестан начеде текила бум бум Эрестан секси эрес секси фин Мехор сте персекен сола ти Е Ю неда халер гаус дентро де ти Пара ке бротос ти стеле ке байла Inferno paraíso dentro de ti La luna son son mira como brilla baby The nights are on fire Summer's fragrant and still Llamas en oscuro What you say? Baila Baila morena Bajo esta luna arena Under moonlight, yeah Baila Baila morena Bajo esta luna arena Under moonlight Under moonlight Wind chica, wind loca Dame tu boca En esta noche cualquier cosa te toca Mi corazón se revende no ando Morena repente te quiero yo tanto Baby The nights are so fire Oh, se amasfega un cielo Escandera en oscuro What you say? Baila Baila morena Bajo esta luna arena Under the moonlight Yeah Baila Baila morena Bajo esta luna arena Baila morena Yeah, yeah, yeah You got me hard so bad, so bad You let me sound so bad What you say? Baila Baila morena Bajo esta luna arena Under the moonlight Oh, baila Baila morena Bajo esta luna arena Under the moonlight Under the moonlight What you say, what you say, what you say, what you say Ooh, yeah Yeah Азамат, у меня вопрос. Почему вы решили исполнить эту песню именно в этом минусе? Она более ритмичная, чем в оригинале, поэтому...
Азамат, еще мне дабы мы досрочно оттаем, не чун припевте, якинчи строчка с нардаем, якинчи имя меня нардаут, с голосом нардаут, с ниге. Оригинал да мы даем иско. Ушел мы, да я голос горд муспе. Тус ордага ордап та горгоп, тус орда сам чине сухой болкат кенда, что жирнде. Якинчи голос калчи кудак нардаем. Мы улет хам нашел жагать, бояга прогресс эволюция тараунан, якинчи припев там баштап, че гинкилер нарда сан сою логоз был мог пошкрик толю там да. А нан мен байкашымша, негизи бул ыр, сизин тембыны скайвай, жагымдуу кенде, өзүңүздүн голосуңуз баритональный тенор окшойт, э? Драматический тенор. Драматический тенор турбайбы. Ну, баритональный, говорят, тенор или драматический тенор. Баритональный тенор. Я больше вижу, что здесь, хотя чисто технически, ну, договаривай, я тебе дополню. Чисто потом. Технически, чисто технически, сейчас вот Марина Сергеевна нам все расскажет. А нам, Азамат, негизи бул, буларды көп жылдан бери ырдап жүргөнүңүз көрүнүп турат да. Буларды жакшы билет экенсиз. Ошон үчүн башында өттү эле мындай, кандай десем, өттү эле берилбей мындай, акыркы ноталарын албай. Байкадың ба? Башында биринчи припевтерде мындай. Айбай, как будто бы мындай караокедерде аткандай эле болуп калды да. Бирок өзүңүздүн үнүңүз именно припевтен анан кийин ачылып кетти. Мындай уже мындай бере баштадыңыз да объемдончо. Буга чейин сизди ардайым угуп жүргөнүңүздөн мен үчүн баягы ожидаем эле болду. Мен күткөндөй эле болду. Пока менин оюм ошондой. Так, можно я да скажу? Азамат, вы эту песню сколько уже поете? Полтора года. Где-то. Полтора года. Ну, за полтора года я думаю, что эта песня должна была быть... Не постоянно. Ну, в любом случае, то есть вы же не вчера ее выучили и пришли сегодня поете. То есть в течение этих полутора лет вы пели периодически, правильно? На работе, наверное. Ваше исполнение, оно было сухим для меня. То есть мы все слышали прекрасно эту песню и в исполнении других, да, наших коллег. И вы не прокачали, это ваше исполнение, оно было сухое. Не прокачали, не дотянули. У него такое жақты? Ощущение. Спасибо. Маған минусовка за жақты, өзін атқарған да жақты. Минусовка сайым, дисков кетті. Мұндай, қарчы, мына, шындай сон образтарды ойлап тауыш үшін үйде отырыш керек. Кстати, да, Азамат. Үйде отырып, үйде отырып. Раз вы придумали такой Шуркинді образта, ойлап тапқаннан кейін, сіздерге айтатпай салар, маған минус үші 5-6 жылда мұрдалай интернеттен тап, маға айвай жауап қалған депчі. Ошо нерселер жағватса, Шуркиндағы сіздер жеткіре білішкен керекті артист болатқаннан кейін. Бұл костюм немене кейіп чықтыңар? Жүліне турасыңар? Мол, маған. Алдақы ленталары емет тұрады қой, түшіп тұрады қой, нингерден ұлды, е? Ошон нечі керек болшы. Ошон нечі бірден кейін ұлды. Ол жерле жетпей қалды, ондай леч. Ошо ғалай жетпей анатта, ондай. Байлан. Байлан бөрі. Жаңбастан бөрі. Жоқ, антегені бір шеті жаңшы жоқ тұр, қайрат. Бірақ негіз жақты маға, бар жақты. Ирдағы жақты, минусовкасы өзін атқарғанда. Ондай леч. Майлы. Қайрат, бас отыр. Кел, отыр. Шалбақтар мен әмін. Кел, и осы. Кел, отыр. Бірок, үшінде кәсім кейіп чығатқаннан кейін, мұндай идеясы болш керек та, қан деп қимылдайым, не қылам. Мұл ленталары мұнда олшы ек, тіңді олшы ек депчі. Мұндай кейіп чыққаныңыз түшіндіксізлі оқ қалды, мен үшін мысал. Я извиняюсь, Марина Сергеевна, вот перед тем, как вы начнете, я хотел еще дополнить слова Джидеш. Азамат, был эми Джидеш Блессингер, чем профессионал, ар бир сахна чыкканда, ошол бийинен баштап, бүт баарын ойлоп чыгат да, костюмуна чейин. Анан ошол ырдычы сиз аябай жакшы билгендиктен, баягы өзүңүздү эми отуруп алып кээ бирөө мисалы кандай эле сөздөрдү баягы ырдап кыйналат го, эми концентрациясын баарын сөздөрүнө, үнүнө. Сиз эми бул ырды көп жыл эми ырдап жүргөнүңүз үчүн оңой автомат түрдө кетет да, ошон үчүн ошол жагына кичине басым жасасаңыз болмок да. Эгерде ошол хореографиясындагы бир аз кылып, бир эки движение болобу, эмне болот? Ошол баягы раз уж вы заявили об этом, да, ошону до конца кылып койсоңуз, менин оюмча дагы бир сонун болмок да, мындан дагы мыкты болмок деп ойлоп атам. Просто бул костюм Наринайдыкы болбой калганына ошол жидеш кишине ичиме жок. Ичимге көн жок. Хотя бы жок дегендей ийин кишинимди титиретип койсо кишине ошондой болот эле да. Байланыпты. Че айланып дейин. Эми биз кичине фантазия берип койдук, Азамат, ладно? Ну, я поддерживаю все предыдущие комментарии, к сожалению, не с чем поспорить. Песня классная на самом деле, и вот эта задумка костюма, я сейчас думала, такая подача будет, как вот просто взрыв какой-то, да? Но какое-то вот было внутреннее сдерживание. Есть такое у вас, что вы сами себя сдерживаете? Есть такое? Может быть, да. Да, потому что я вижу, что вы можете больше.
Че, рахмат, мен азамат. Азаматка жетиштүү болду. Ооба, Азамат, спасибо. В любом случае, рахмат сага. Рахмат. Второй участник третьего тура, Азамат Молдакулов, привет. Здравствуйте. Очень шикарно выглядишь. Спасибо. Судьи заметили твой образ, но немного покритиковали твою работу. Судьи, наверное, у них есть своя идея, свой план или свои взгляды на мое выступление. Но я сам лично считаю, что я выступил на свое удовольствие. У меня вопрос. До этого ты пел более лиричные композиции, и тут сегодня решил поэкспериментировать. Как ты думаешь, эксперимент удался? Ты морально, профессионально вырос или нет? Конечно, удался. Я считаю, что я вырос, и это продолжается с каждым днем, каждую минуту, это прогресс. И думаю, я удовлетворен, и думаю, и телезрители, весь, может и не весь, но те, кто меня знают, они тоже рады за меня. Я думаю, что нашим телезрителям понравилось. Мы продолжаем.